Добрый вечер, дорогие телезрители и подписчики моего канала. С вами я, снова Sonic the Hedgehog, и мы продолжаем проходить Five Nights at Sonic's. На этот раз мы проходим четвертую ночь. Давайте же приступим. Вышел Соник на сменцо. Поиграть во ФНАФ санцо. Ой, беда, скривил лицо. Тес сейчас возьмет его. Если Тейлз будет только выбегать, я только за. Ну все. Вышел драки на крыльцо, чтобы поиграть в своё мыльцо. Ох, беда, скривил лицо. Денег, игр нет, одно кинцо. Так и тут. Ну, быстрее, давай, 3 часа. Оп. Раз, два, три. Шоу, три. Раз, 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 два, три. Все, побежал. Я думал, эта ночь будет посложнее. Вышел Соник на крыльцо, чтоб собрать еще кольцо. А колец он не нашел, грустный так домой пришел. И 3 часа прошло. Блин, наверное, Тейлз просто хочет со мной поиграться. Давай. Оп, я тебя вижу. Вышел драки на крыльцо. А, ему нравится это стихотворение. Хорошо, хорошо, и запомнил. Видите, какой он добрый. Ему так нравится это стихотворение, ей-богу. Я довольным. Вышел драки на крыльцо, чтобы поиграть в свое мыльцо. Ох, беда, скривил лицо, денег нет. Одно кинцо. Так. Здравствуйте. А я вас ждал. Здравствуйте. Блин, я самый экономный человек, наверное, во ФНАФе. Беги, закро.
Да, уже 5-й час. Пять часов, давай, быстрее. Я просто не понимаю, что сейчас за скрипучесть было. Пожалуйста. Не оставляйте меня в беде. Что, опять читать это стихотворение? Вышел Дракин на крыльцо поиграть в свое кинцо. О, беда, скривое лицо, денег нет, одно кинцо. Блин. Такой добрый, все-таки добрый. Я доволен. Прошли 5-ю ночь, наконец. Ой, 5-ю ночь. Видишь, какой выдумщик. 4-ю ночь. Быстренько как-то. Все, давайте, пока. Нет. Я чуть-чуть поиграю. Нет.